Мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют день Тита и Варфоломея. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память апостола от 70 Тита, епископа Критского. Празднуется перенесение Моисея апостола Варфоломея. Совершается память святых святителей Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, исповедника Протогена, епископа Корийского, святителя Мины, патриарха Цареградского, преподобномученика Моисея Кожина, иеромонаха, священномученика Владимира Мощанского, пресвитера и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляю всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день, желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.